Всем привет, меня зовут Ника, и в сегодняшнем влоге я в первый раз за очень долгое время снова встану на ролики. Очень многие заинтересовались вообще роликами для фигурного катания, поэтому я решила, что летом я буду больше снимать на эту тему в различных видео. Много информации будет для вас полезной, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эти видео. Сегодня я хочу покататься, как я уже сказала. В последний раз, мне кажется, я каталась в августе на роликах, потому что с сентября у меня начинается каток, и как бы в роликах у меня необходимость отпадает. Я этим летом буду кататься на новом таком наборе. А в первый год, когда у меня были ролики, я каталась на совсем плохеньких ботинках. Во второй год обучения я купила себе Edea Wave. В целом, это тоже неплохие ботинки. Но в этом году я буду кататься на Edea Overture и все на той же роликовой раме Snow White. Первым делом мы, конечно же, собрали эти ролики. У Вертюра у меня были ледовые коньки на протяжении 2,5 сезонов. Не так давно я купила себе Ice Fly на лед. И, собственно, у Вертюра у меня освободились. Лезвие я просто оставлю. И мы прикрепили роликовую раму, на которой сегодня я пробую покататься спустя долгое время. В планах у меня, конечно же, прыгнуть с альхов, тулуп, возможно, даже флип. В целом, просто начать прыгать, поделать какие-нибудь тройки, беговые, скобки и прочее. У меня очень небольшая поверхность для катания дома, это небольшая бетонная площадка. Бетон не лучшее место для катания на роликах, но что есть, то есть. А сейчас я пойду подметать этот самый бетон от камней, от песка, чтобы можно было безопасно кататься на роликах. Ну что ж, все, я подмела, кажется, бетон. Ой, там за всю зиму накопилось столько пыли, столько земли, что я не смогла все подмести подчистую. И это на самом деле очень плохо, потому что если я буду толкаться тормозами и там будет песок, я соскользну и полечу носом вперед. А, в общем, я не знаю, что сегодня вообще выйдет из этих покатушек, но я уже все-таки подмела. На это ушло какое-то время, мои усилия. Поэтому надеюсь, это все не напрасно. Сейчас буду переодеваться и надевать свои коньки, пробовать. Немножко страшно из-за того, что очень много песка на площадке. Я не думаю, что я всю ее сегодня буду задействовать, дабы, как я уже сказала, не подскользнуться на песке на этом. Поэтому буду делать то, что позволит мне место и такой большой перерыв. Ну все, буду одевать коньки. К сожалению, не могу найти чехлы на ботинок, поэтому придется как-то обойтись без этого. Ну ладно. Ну что ж, сейчас уже вот стоя в коньках, делаю небольшие цели. О май гад! Ну что, я в первую очередь хочу вспомнить базовые элементы скольжения, не убиться на этих роликах, потому что мне уже немножко страшно на них стоять. Возможно, попрыгать что-то. Ладно, давайте попробуем. Трэш! Первым делом я, конечно же, начала пробовать делать беговые шаги. Очень непривычно, я их делала немножко по-другому. Также пыталась делать дуги, но ребер на роликах, как вы понимаете, нет. Ну что, буду сейчас пытаться что-то делать, повторять элементы. В принципе, первые шаги уже сделаны. Меня очень напрягает вот та вот куча, на которой я чуть не убилась. А еще вот эти вот хвостики мне очень сильно мешают. Тут я начала вспоминать тройки вперед наружу, вперед внутрь, а вот тройки назад не особо получаются, хотя я их умела делать. Тут я потихонечку начала уже привыкать к роликам, более уверенно кататься, но из-за маленького пространства большую скорость я не рисковала набирать. Сейчас попробую сделать первый перекидной. В принципе, неплохо, но приземлилась зубчик, скажем так.
принципе, почти все свое время катания я посвятила прыжкам, так как мне это довольно-таки интересно. Некоторые прыжки были удачные, некоторые неудачные. В основном проблема в том, что я на приземлении встаю на вот этот вот передний тормоз. Я извиняюсь за засвеченную окружающую среду, я не могу настроить свою камеру. В общем, к стоперам нужно конкретно привыкать. Сейчас я хочу попробовать сальхов. Несмотря на то, что первым на роликах я выучила тулуп, сальхов для меня, наверное, проще. Буду пробовать. Как видите, первая попытка сальхова пошла на зуб. Тулуп у меня получился на удивление сразу. Главным ощутимым отличием лично для меня является этот самый тормозок, на который ты уходишь после приземления из-за того, что колесико прокручивается. И малейший наклон корпуса, малейшая ошибка уже ведет к такому неровному приземлению. Я тренировала сальхов снова и снова, также прыгала тулуп, пробовала прыгать их с руками наверх. Здесь я решила вспомнить скобочки, просто что-то поскользить. А потом я решила осмелиться и снова начать прыгать флип и витбергер. А вообще на льду это мои одни из самых любимых прыжков, но на роликах я их в прошлом году учила очень долго. Вам видно, вам видно? Я сделала петлю. Вау, я привыкла. С витбергером все-таки есть определенные проблемы, но тоже рабочий. На роликах в этот раз флип у меня один из самых лучших прыжков. Под конец я вообще его хорошо напрыгала. Тут уже просто пошла развлекаловка, мои попытки сделать спираль. Ноги стали пыльные, ужас, ужас. Что-что, а вращение на роликах это что-то непостижимое для меня. Ну, буду, конечно, работать, но мне не нравится. Ну что, я хочу записать небольшую концовку для этого видео. Вообще, подытожив сегодняшнюю мини-тренировку, я хочу сказать, что я действительно очень довольна результатом. Во-первых, я восстановила все свои одинарные прыжки, которые я умела делать на роликах 8 месяцев назад. То есть я, в принципе, вообще не потеряла ни один прыжок. Перекидной у меня отличный. Тулуп, флип и даже витбергер у меня нормальные. Сальхов немножко сложно мне делать на роликах, потому что вот это вот момент отрыва усложняется тем, что ролики не такие мобильные, как конек на льду. В общем, есть свои тонкости. Вращения я, конечно, никакие не пробовала. Могу сказать, что подмела я не очень хорошо. И был песок, была пыль. Поэтому я сильно долго не тренировалась сегодня. Также я не потеряла никакие тройки, не потеряла скобки. И даже сделала петлю вперед-наружу. Конечно, если будет больше места, я буду набирать больше скорость, увереннее делать прыжки и увереннее скользить. Поэтому, в принципе, могу сказать, что я спокойненько буду кататься на роликах этим летом. Потому что, когда я только надела ролики, ну, я, скажем так, засомневалась, опять же, вообще смогу ли я на них кататься. Гораздо страшнее для меня кататься на роликах, нежели на льду. Но после сегодняшней довольно-таки успешной тренировки, я даже подумываю когда-нибудь, когда я уже привыкну к роликам, попробовать даже на них прыгнуть аксель. Такая вот у меня цель на лето, очень безумная. Ну, кто знает, может быть, получится. А также я поняла, что на моих увертюрах довольно-таки сильный залом. Он прям так заметен на видео, как раз не было чехлов. Но не сказать, что я его ощущаю, то есть, в принципе, ногу все нормально держит, поэтому пока что ботиночки у меня рабочие.
Я, в общем-то, решила снять этот влог первее, чем видео о роликах, для того, чтобы вспомнить ощущения, что такое вообще кататься на роликах. Поэтому в ближайшее время постараюсь для вас смонтировать и вообще снять видео о роликах для фигурного катания. Поэтому я надеюсь, что вы это видео ждете. А этот мини-вложик вам понравился. Напишите в комментариях, катаетесь ли вы на роликах, есть ли у вас специальные ролики для фигурного катания и интересно ли вам узнать о них побольше. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Что ж, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока!